Thank you.
Yeah.
Иисус Христос.
Господина, Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского, Мессия Моисея, Троицкой, Сергиева, Лавра, Сучинарки, Мандрита, напоминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, во веки веков. Преосвященный митрополит, архиепископ и епископ, весь священнический монашеский чин и причесоповный, благотворительный, благокоросительный, святой, храм всего труждающийся, поющих с дня, вас и всех православных христиан, напоминет Господь Бог по Царствию Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Oh, yeah.
Исходящего, и же сам.
Сердце чисто содержало мне Божий дух, как обновило утроби мои, восхотелось и на стране во хвосте
благословенной властей, туда планы тебя вообще грех ради человеческий, землю мою взят, и мое очистит решение. Не ответ меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отымет меня. Исцели души моей, я бы, Господи, всего освети, и сподобил Владыку, я когда причащусь, тайны Твоя божественной весели окаянной, пресвятая Богородица, спаси нас, умилости и мне, спущего от утробы Твоей Владычицы, и соблюди меня нескверно, рога Твоего и непорочно, я в это время много бисера освящуся. Света потратили у великов творчи, Господи, во свете Твоих повелений остави нас, разве бы Тебе много Бога не знаем. Сердце чисто сотерял мне Божий Дух, пропадали в утробе моей. Я же предрекуюсь и Христе, да будет Богом рабу Твоему и во мне прибуде. Я же обещался идти, все бы тело Твоя, божественное, и пью кровь Твою. Не отвержи меня, Отца Твоего и Духа Твоего, света, принятый не от меня. Слове Божие и Божие, Бога тела Твоего, да будет мне помоченному просвещение и очищение от грехов души моей крови. Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария, Мать Божия, благоухание, чистое семение, Твоими молитвами сосудами избранной сотела, я всегда освящение причащусь от Святого Твоего. Великий грехов не валяйся, они из бедного милосердия Твоего призывают бездну, а Ты, Боже, мя возведи. Сердце чисто созерцал мне Божий Дух, пропадая его утробе моей. Ум, дух и сердце освяти, спаси и тело мое. Из подобия осуждена Владыка, страшно тайно приступите. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыки от меня. Да Бог устранился от стресси, и Твоя благодать и дело приложение, живота же утверждение, причащением святых крестьян, тайн Твоим, Пресвятая Богородица, спаси нас. Боже, Боже, Слово Святое, всего мя святи, ныне приходящим и божественным Твоим тайнам, Святые Матери Твоя, мою, аминь. Хлеб Христе, Святые, Небрезвия, тело Твое, божественное Твое, ныне кровь, причистый, плоды, бесстрашный Твой, тай, свечи, тебя приемного, да не будете в суд, да будет и как животный, живот, вечный, и бессмертный. Тело в одном премудрости, не послушайша, и хламить с вами боевуша, и Бог их обругаша, среди камня возопиша, и Россия, Россия, ангел, услышите уже уст ваших молитвах. Сердце чисто затерял мне Божий Дух, а обновило утробе моей, без мощи моих пересечений Христе, без смерти Твоих ныне таинство, буйный свет и живот небеса сие, и преслияние его при умножении добродетелей божественнейшей ходатай свином, едини блажи я, как расслаблю тебя, держи меня от лица Твоего и Духа Твоего света, не от меня от меня, ты избавлюсь от страстей, и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, с благоговением человека любви, приступай ныне к Твоей бессмертной рабочей божественной тайнам, и прийди Тебе с подобием, благословенный Ты, Господи Боже, Отец наш, Пресвятая Богородица, спаси нас, спаса Ты хорошая, плачу, мама, глубоко благодатная, молюсь я ныне раб Твой чистый, нечистый, хочащий меня ныне к причистой тайне приступите, очистить всего скверной плоти и духа. Вещь помнила патроком Евгением, свечайшего, и пламень создала Божьего Бога, бойни дела, я запомнил, и дело на тебе во всех дней. Сердце чисто соседа мне, Боже, Духа, помогая утробе моей, небесно ты страшный, ты святый, ты не тает, и божественная твоя, и тайна вечеря общника в пути, и меня сподобяй, тайного Божия, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыки от меня. По Твоей тебе благоутробе, блажи со страхом забудь, во мне прибудет спаси, и от яко же веклости к Тебе. Все удержай на милость Твою, я в тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица Божия наша, слава Тебе, трепещу приемля огонь, гоня палюсь я, кого ты трава, поле страшного таинства, поле благоутробия Божия, как и божественнейшего тела и крови и не пресвящаюся и не всем сотворяюся, без начальника родителя сын, Бог и Господь, воплощься, где вы нам явися,
омраченное просветление, собрание расточенное, всем все святые Богородицы и мечты, все защиты, сочетанные Божие, утраченные волки мои, Христос и спустите, идите, Господь нас ради его нам, вот евреи, и вы, единое себе принес, яко приношение со своему, Христа, Отца, освящает и очищающийся, Твоего и Духа Твоего Святого не отныне от меня, душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду в дом Твоем и очищением священных дай, живущих и Тя, имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю многомилостиве, воздашь мне рады спасения Твоего и Духом, Владыщем утвердия, я же Бога, да будет мне, я посвяю тело Твоей кровь, Спаси Бога, причесная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей и тернии, и все комья просвещая, поклонитесь Божеству Твоему, пресвятая Богородице, спаси нас, Бог, воплотися от чистых кровей Твоих, тем крестяки, род поесть, тем владычицы, умное же множество славя, я под тобою уявил, зреша всеми владычеству и шагу, осуществившему человечеству. Хотя если человечье тело владычно страхом приступить и не опонижишься, опыт боязнь, божественно же бия кровь по общению, первые прямые себя печалишься, даже дерзает таинственное брашное, прежде причастие страшной жертвы, животворящего тела владычно, усим бывающий образ лицо трепетом. Владыка Господи, Иисусе Христе, Божий наш, источник жизни без смерти, сия Тва невидимая и невидимая Содетелю, изначального Отца, сопресносущный свиньи, собезначальный, премногие ради благости подобия не плоть оболкися и расплынься, и прибыйся за ты благодарное и злонравное, и твоею кровью обнаружившим веком Рождество наше. Сам бессмертный царь, прими мое грешное покаяние и преклони ухо твое мне, и услыши глаголы моя, согреши его, Господи, согреши на небо и пред тобою. И если достоин возреченного за ту славу бы я, за гнев Божию благость твоя заповедь выступит, и не послушав твоих повелений. Аминь. Thank you.
Отца Света, Бытия Славы, Рей, поклонила, ссылаем Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, Господи, Отца, и Отца, и Господи, сохрани нам Бога и веру.
Прости, позвольте, позвольте пройти, пожалуйста. Я сейчас не смогу. В эту светлую ночь радуется все творение, ведь приближается и приходит на не Господь ожидание народов и спасения мира, канон на повечерие предпраздного Рождества Христова. Пришествие Спасителя долгие годы чаяли люди, утратившие после знания Израиля связь со своим Создателем, забывшие, как это радостно ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать совсем рядом Его глаз, иметь возможность обращаться к Нему и сразу получать свет, знать, что ты в полной безопасности, потому что Господь рядом с тобой. Именно этого ощущения безопасности, защищенности, спокойствия нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие все еще вносит свои коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и строить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит напряжение и вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах мы особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший Божий дар. Каждый новый день поняли, каким тяжелым бременем становится вынужденное одиночество и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими. Взирая ныне на лежащего язвик младенца Христа, на его пречистую Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел. Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов своей жизни тоже находилась в стесненных обстоятельствах. В чужом городе, в пустынном месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался ей прекрасной палатой, тропой пространства. Потому что ее сердце переполняло любовь к Сыну и Богу. Эта любовь преображала все вокруг. И Пречистая Дева не замечала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность к новорожденному младенцу позволяла ей менять трудности ни во что и видеть благой промысел Божий во всех обстоятельствах, которые не спосылал ей Господь. Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний? Когда, например, во время изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму, впадали в уныние и видели все в черном цвете. Мысленно предстоя сегодня ясным Спасителям, у которых рядом с Творцом пребывает все творение, и люди, животные, и ангелы, слуги Пресвятой Трисолнечной Зари, ощутим себя окруженными любовью Божией и объединенными вокруг Христа, сбросим с души оковы боязни и неверия, тревоги и отчаяния, услышим глаз Сына Божия, который приходит на грешную землю и призывает к себе всех трудающихся обвиненных, обещая им покой. Приходит и научает нас жить так, чтобы утраченное райское блаженство вновь стало реальностью. Даже больше, чтобы человек мог непостижимым и таинственным образом соединяться с Господом. Родившийся на земле Царь Небесный, стихиры праздника, уже все сделан для нашего спасения. Нам остается только принять Его любовь и ответить на ее своими поступками, жизнью по заповедям, делами милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его отеческих рук обильные щедроты, но и с твердым упованием, доверием Ему преодолевать те или иные сложности. Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. Никто не отлучен от соучастия в этом ликовании, свидетельствует святитель Лев Великий. Ведь повод к радости общий для всех. Тут же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение. Господь да ниспошлет всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающая радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах, и в дальнейшем шествии стезей спасения. Аминь.
Кирилл, патриарх Московский, всея Руси, Рождество Христово, 22-й год Москва. Ну и тоже присоединяю свое немощное слово к поздравлению нашего святейшего. И, конечно, всем желаю духовной радости, духовного торжества, духовного здравия, ну и духовного преуспевания и возрастания. Потому что мы призваны, конечно, возрастать в духе, мы призваны расти, мы призваны входить в меру возраста Христова, не просто вот так топтаться на месте, как часто совершается у нас и происходит у нас духовная жизнь, но, конечно, иметь такую динамику, да, и эту динамику являет нам Господь наш Иисус Христос, который рождается днесь в Вифлееме, нас ради человека и нашего ради спасения. Храни все Господь, Матерь Божия, поздравляю наши дорогие печати, принятие святых тайн, помолимся в годах на молитве. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе. Благодарю тебя, Господи Боже мой, яко и нас обвинил меня Еси, грешного, но общих меня бы не святых твоих. Святый Боже, святый крепкий, святый бед, нет не помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бед, нет не помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и цари немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, як же светлость огня, воссиявши благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нас велено мудрее показа, но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать, и Твоими устами вся учиши, поклоняйтеся в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженни преподобни, достойно хвалим Тя, еси бы наставник, яко божественное являя, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но подвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще раз всех поздравляю. Да, спасибо за молитвы. Мы такое небольшое угощение приготовили, так что заради праздника нашего Господа. Вот, пожалуйста, разговейтесь прямо при выходе.